Город Вязьма Смоленской области. Улица лейтенанта Шмидта, 6А. Люди в форме – это поисковики из «Орла», из объединения «Костер». Люди в гражданке, принимающие поисковиков у себя в гостях – это родственники старшего сержанта Талалаева Федора Кузьмича. Тот погиб в начале 42-го года в боях у села Городище, у Кривцовских высот Болховского района. Эти кусты – это сейчас река Ака. За ней Тульская область. Наши солдаты наступали с тульской стороны, форсировали реку Аку, и их задача была занять вот этот укрепленный немецкий узел. Немцы в момент, когда пришли на эту территорию в январе 42-го года, создали здесь огромный узел обороны. И вот этот узел обороны Федор Кузьмич вместе с боевыми товарищами брал. Представьте, ему пришлось пройти по равнине вот здесь, вот, больше километра по равнине от ближайшего населенного пункта, переправиться через Аку, пройти по плацдарму. Это плацдарм, это минное поле. Это минное поле с тремя линиями колючей проволоки. Талалаев числился заведующим складом горюче-смазочных материалов батальона аэродромного обслуживания. За службу был награжден медалью за боевые заслуги. Совсем непросто было не только вскрывать оборону немцев, но и заправлять самолеты. Все это рассказывают поисковики, передав родственникам найденного ими бойца смертный медальон и вложенную в него записку. Ее смогли прочитать, установить имя и так найти родню красноармейца. Самого его перезахоронили на Кривцовском мемориале еще в прошлом году. На похороны родственники приехать не смогли, зато смогли сами поисковики с помощью Орловского благотворительного фонда «Победа». Заехали с Аказии в Вязьму, чтобы в том числе передать родне землю с могилы. Еще им на память альбом с копиями документов, описанием места боя и Кривцовского мемориала, фотографиями поисковой экспедиции, во время которой и нашли красноармейца Талалаева. Это вечер этого же дня, то есть вскрытие солдатского медальона. Такие вот гости. Они ищут наших дедов в земле, в архивах Министерства обороны и даже в записях церковно-приходских книг. Ищут через районные администрации и участковых. Но они поисковики не только поэтому, а еще и от того, что потом уже ищут они вас, родственников, чтобы передать останки или чтобы позвать вас на похороны, или чтобы вернуть медальон деда и отдать землю из-под вечного огня. Найдя, они пишут и звонят, как позвонили из Орла внучки Талалаева Маше. Так что держите телефон включенным и надейтесь, что позвонят и вам. Сергей Быковский, телеканал «Первый областной».